производство исторической драмы «Чужая молитва» окончено. Фильм приняла комиссия Госкино. На большой экран лента выйдет 18 мая, в день памяти погибших во время геноцида крымско-татарского народа. Это реальная история молодой крымско-татарской девушки. Она спасла 88 еврейских детей во время немецкой оккупации Бахчисарая. Режиссер-постановщик и один из актеров фильма Ахтем Ситаблаев, сценарист Николай Рыбак, композитор Сергей Круценко. Съемки проходили в Украине, Грузии и Израиле. Проект фильма «Чужая молитва» стал одним из победителей 7-го конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку – почти 385 тысяч долларов.